Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что самое крутое вы дарили или устраивали для своих друзей, знакомых из прошлого? С федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей. Это достаточно приличные деньги. Когда ты участвовал в групповухе последний раз? Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Да. Самое необычное место, где ты занимался сексом? Сложнее всего, кстати говоря, в Приморском крае. А что происходит, когда ты приходишь на родительское собрание? После этого сразу на 37% рождаемость там выросла. Понимаете, результат... Вы за легализацию наркотиков? Мы должны обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке в интересах потребителей. Есть ли в России честные менты? Видел их, конечно, но мало. Как вы справляетесь со стрессом, который сопровождает? Вы бухаете? Светлое пиво или светлое будущее? Это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы. А нет ли ощущения, что вы делаете мат? Это не так. Путин красавчик? Да. Путин будет царь, царь будет Путин. Путин будет царь, царь будет Путин.